финском городке Хейнала проводит свой первый предсезонный сбор «Нижегородская торпеда». Здесь игроки закладывают базу на предстоящий сезон в континентальной хоккейной лиге. Тренеры сделали упор на силовую подготовку. Основное время занимает так называемая работа на земле и в тренажерном зале. На лед хоккеисты тоже выходят регулярно, но опять же, в контексте работы над физической формой. Время изучения тактических задумок наступит позже. Близится пора первых контрольных матчей. Уже сегодня торпедовцы в Ювескюля сыграют с местной командой Юб. А 6-го на ледовой арене Хейнелы сойдутся с одним из соперников по чемпионату КХЛ – Ханты-Мансийской игрой. Этими матчами будет подведена черта работе в Финляндии. На этом сборе мы в основном ставим акцент на нашу физическую подготовку. Стараемся заложить хорошую базу. По мере возможности, конечно, немножко работаем над тактикой, но в основном идет работа над физикой. Уже на втором швейцарском сборе будем больше работать над тактическими элементами. Работа весьма непростая, но ребята выкладываются изо всех сил, зная, что сегодняшний труд поможет в сезоне. Можете ли вы сравнить эти сборы с теми, которые проводятся в СМ-лиге или в НХЛ? Главное отличие российского межсезонья от остальных в том, что здесь нам дается больше времени на подготовку к чемпионату. За рубежом сборы в сумме длятся порядка 3 недель. Здесь же мы можем проделать намного больше работы, и я считаю, что для команды это полезно. Через несколько дней по возвращении из страны Тысячи озер «Торпеда» сыграет на Кубке губернатора Нижегородской области. Домашний для нижегородцев турнир стартует 11 августа. Григорий Ожигин совместно с пресс-службой ХК «Торпеда». Объективно, спорт...